все самое хорошее. Так, четвертый отец, вы готовы? Да! Ну тогда слушаем. Мы. Наш отряд. Незабудки! Наш девиз. Мы не гуси, мы не утки, мы ребята не забудки. Разыгрались не на шутку, не присядем на минутку. Будем целый день играть, прыгать, бегать, побеждать. Не забудем спать всю ночь и во всем вполне помочь. Наш отряд называется не просто «Незабудки» в честь цветка, а потому что у нас ребята все талантливы, все дружны и всегда готовы к новым приключениям. Мы дружно ходим в столовую и, конечно, перед этим моем посуду. Принимаем во всех участие. Вовремя ложимся спать. Вот. И, конечно, помогаем волне. Спасибо, что сидеть дали. Пожалуйста, приходите еще. Ну, а если серьезно, конечно, спасибо, что предлагаете свою помощь. Очень приятно, потому что, на самом деле, четвертый отряд на первой смене были помощниками в столовой, и не только в столовой. Я думаю, что вам педагог говорит, что на первой смене из 34 ребят отряда 33 остались до последнего дня, то есть на всю смену. Потому что это был дружный отряд. Я верю, что вы тоже будете дружными, творческими, проявите себя в различных конкурсах, победите обязательно. Ну и все хорошее, что было на самом деле на первой смене, приумножите. Вот. И не только посуду в столовой, но и в столовой тоже. Всем отличного настроения. Спасибо. Спасибо. Всем удачи. Спасибо. Спасибо.